Номер лота 0023, мотоцикл Kawasaki Ninja 250. Такая вот беленькая красавица. Контрольное видео перед упаковкой. Итак, стандартное ветровое стекло, все целое. Стандартные зеркала также целенькие. Оптика передняя, мордашка вся целая по пластику. Переднее крыло целое, покрышка на 4 с небольшим минусом. Тормозной диск ровненький, без реборда. Колодочки процентов 20 в остатках. Радиатор, соты все целые, ровненькие. С этой стороны пластик, поворотник весь целый, не ломанный. Такие прям минимальные потертости имеются. Бак без вмятин. Есть небольшие недочеты и вот таких вот точечек. Сидушка водительская, пассажирская, без нареканий. Небольшие потертости на выхлопной системе имеются. Лапки, подножки, все целенько, все замечательно. Задняя покрышка на 4 с плюсом. В очень достойном состоянии. Тормозной диск. Небольшой ребордик есть. Колодок процентов 50 в остатке. Поворотники, хвост, стоп-сигнал, все целое. С этой стороны у нас сидушечка по пластику. Нареканий нет. Подножки все целые. Звезда, зуб не съеден, не подтянут, все хорошо. Цепь нужно будет обслужить, натяжка чуть менее, чем на середине. Бак, с этой стороны без вмятин, по пластику потертостей нет никаких. Рычаги небольшие, потертости имеются, в основном все хорошо. Пробег на данном мотоцикле у нас составляет 26 572 км. Запускается, работает ровненько, без посторонних шумов. Готовим его к отправке.